Всем привет, с вами Апельсинчик ТВ. И сегодня покажу и расскажу, как пользоваться программой ОБС. Это же так легко. Сначала вам нужно скачать саму программу ОБС. Ссылочка на нее в описании. Задался мне этим вопросом Алексей. Да. Окей. Давайте приступим к самой программе. Вот сама программа. Мы ее открыли, как видите ли. Тут можно нажать запустить трансляцию. А тут ваш микрофон говорит. Ну и все как надо. Настройки общие. Язык русский. Можно поставить на black или dark. Ну, белый и черный. Это понятно. Вы должны... Значок вот так. У вас должно быть вот так. Ничего не трогайте здесь. Включить. Нажимаем. Смысл привязки. 10.0. Привязка к краю экрана. Привязка к другим источникам. А вот эти вот вообще не трогайте. И вот это включить. Вещание. Сервис вещания. Просто тип вещания. Сервис. YouTube. Сервер. Тут ключ потока. Ключ потока можно найти здесь. Где YouTube у меня там? Блин, я запуталась. Так вот. Нажимаем на наш мой канал. Если у вас нет, то создайте. Нажимаем. Менеджер видео. Где можно найти ключ потока? Менеджер видео, грузись. Что происходит? Так, менеджер видео еще раз. Блин, лагает. Когда обе программы открыты, то лагает. Еще и сай, еще и папка. Папку-то можно закрыть. Потом закрою. Так, нажимаем прямые трансляции. Вы находитесь на канале Апельсинчик ТВ. Угу. Спасибо. Так. Ключ потока. Когда вы впервые сюда зайдете. Вот название ключ. Трансляции. Вы его копируете, вставляете сюда. Так как у меня он уже есть. Скрыть. Если хотите, то скройте его. Вот так вот. Вам надо сначала нажать показать, потом его копировать, потом нажать скрыть. Потом сначала это показать, скрыть. Вывод. Режим вывода расширенный, непростой. Звуковая дорожка 1. Выбирайте единичку. 5, 6, 4, 2, 3. Не нужно вам это. Вот это не трогайте. Принудительно использовать настройки кодировщика потоковой службы. Вы нажимаете галочку. Управление битрейтом. Тут вообще ничего не надо мне. Битрейт. 2500. Вот так вот. Версию я вам ссылку дам уже. Использовать пользовательский размер буфера. Размер буфера. Так же, как и брейт. Ой, битер. Блин, битрейт. Так же, как и битрейт. Ключевых кадров. Секунд 0 равно авто. 0. Предустановка и использование ЦП. Выше равно меньше. Выбирайте. Вы ничего здесь не трогаете. Просто нажимаете здесь. У вас тут такие же настройки будут. Ой, не такие же. Ну, как у меня настройки, то у
вас будет все не так настроено. Короче, неправильно. Сначала надо настройки проверить. Потом уже начать запись или запустить трансляцию. Профиль. Нет. Настроить. Нет. Переменная частота кадров. Не надо нажимать там вообще. Настройки. 264. Разделенные пробелом. Тут ничего не надо писать. Просто пустая. Аудио. Частота дискретизации. Вот сюда нажимать. Каналы. Стерео. Аудиоустройство. Динамики. Аудиоустройство 2. Динамики. Аудиоустройство. Микрофон. Аудиоустройство 2. Микрофон. Аудиоустройство 3. Микрофон. То есть, если у вас нет микрофона, то вы не сможете вообще говорить. У меня, в принципе, нет микрофона, подключены провода, я вообще в камеру говорю. Даже когда я далеко нахожусь в другой комнате или на кухне, все равно меня здесь слышно. Я не знаю, как это работает. Вот тут вот вы тоже ничего не трогаете. Видео. Базовая основа разрешения. У вас тут 1440 и 900. Все, не трогайте. Выходное масштабированное разрешение. 1152 и 72. Ой, 702. Извините, я запуталась просто. Бывает, что запутаются. Фильтр масштабирования. Бикубические четкое масштабирование. 16 выборок. Ничего не трогать. Общее значение 30. Отключить. Не вы не трогайте это, то смотрите, что будет. Прощенный стиль Windows 7. Так что вы ее не трогаете. Вы тут ничего не трогаете. Ширенный. Средний. Так, как у меня настраиваете. Потом применить. Нажимаете ОК. Все. У вас все работает. Чтобы что-то добавить. Захват игры. Если вы хотите только игры, вот. То вы здесь выбираете игру. Изображение можете добавить. А захват окна это здесь. Захват экрана это вот это. Вам не надо. Мне только оно мешает. Так что если вы хотите удалить, то просто нажмите удалить. Да, уверены? Так, дальше. Switch Media. Это локальный файл. Вы просто нажимаете. Где оно? Нигде. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами была Апельсинчик ТВ. Всем пока.